утро. Мы начинаем новый блог и просим вас присоединиться к нам. Сегодня у нас четверг. Сейчас у Яськи занятия, поэтому мы пораньше встали, пораньше сейчас завтракаем и быстро садимся заниматься. Сегодня Светлана Анатольевна у него. Так что у нас сейчас все по-быстрому. Ускоряемся немножко. И дальше посмотрим. Еще, честно говоря, программы нету, но есть дела, есть там всякие... Все, что надо сделать, но не знаю, посмотрим, как это все получится осуществиться. Так что оставайтесь с нами, не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте пальчики вверх, конечно, по желанию, но подпишитесь, чтобы оставаться с нами, оставаться, получать быстрое уведомление от нас. Ну, приятного аппетита. Нет, мне нужно, чтобы ты окончание проговорил. Что за дань? Да, ча. Одна. Две. Нет, опять я не слышу, ты говоришь дать. Да, чи. Две. Три. Так, три. Чи также. Две дачи, три дачи. Четыре. Дачи. Да, опять правильно. Две дачи, три дачи, четыре дачи. А вот пять, как будет? Пять чего? Дачи. Нет, не дачи. Дачей? Нет. Пять дач. Повтори. Пять. Хочу сейчас показать, что я хочу сделать на обед, потому что мы вроде у нас мы поставили бульон, но я с ним успел приготовиться и буду сейчас ускоряться. Но ты опять бездешь. Вот без тебя бы мне здесь на кухне жить как? Объясни мне. Я уже шепотом разговариваю, чтобы он меня не слышал. Но все равно меня услышал. Вообще нормально, скажите, это возможно такое? Ладно, сейчас постараюсь быстро, потому что Яра позанимался. Сейчас с логопедом уже все посидел. Я немножко помонтировала быстро ролик, пока он выходит, выводится. А я сейчас хочу сделать вот так вот овощи с мясом. А, ну, с курицей. Это у нас я нашла сельдерей замороженный. Здесь у нас кусочки курицы. Сейчас мы положим туда кольцами перчик. Что? Ой. Какой ножик? Нет, ты без ножика, ты клади вот. Сейчас будешь выкладывать. Кладай слюни, класть будешь на тарелку. Не импровизируй, пожалуйста, не надо. Вот, сейчас мы это все поставим. Сейчас я это закрою фольгой. Немножко посолю, поперчу, добавлю туда майонез. И поставим быстро это в духовку. Закроем, пускай оно держит, стоит в духовке и немножко запарится. А, еще вот я достала специально и забыла. Брокколи мы покупали такой за этот. По чуть-чуть, немножечко совсем надо посолить. Если я тебе покажу. Нет, здесь без всяких поцелуев. Что за поцелуй опять? Потому что пересолим, потом будет вообще беда. Все, мы много не солим. Все, хватит. Сейчас я вот так вот развожу, разбавляю майонез, томат и с водой, да, чтобы оно не очень жирное было. Я, сейчас, подожди. И зальем это. Убирай руки, пожалуйста. Здесь можно сейчас еще немножко добавить воды. Понерви, давай. Помогу. Вот это. Стой, подожди, будет рукой-то расслаблять. Горячая духовка, аккуратно. И все, мы сейчас поставим это в духовку. Аккуратно, горячая. Аккуратно.
все, закрывай. Закрывай аккуратно. Все. Все, больше мы не трогаем. Все, спасибо огромное. Шуруй. Оставь. Так, я хочу немножко пожарить картошки, пока сейчас овощи будут, они, я не знаю, сколько будет жариться. Надо покушать вот здесь и сейчас, чтобы дальше уходить. Я хочу поставить картошку пожарить, но картошку я буду жарить. Сначала я лук обжарю, а потом туда брошу картошку. Мы сюда всю жизнь жарили картошку, в нее бросали лук, и я это вообще ненавидела. Но как-то я попробовала в Евпатории бросить сначала лук поджарить, а потом туда картошку. Вещь вообще, и лук вообще не горит. Классно очень получается, так что сейчас будем делать, пробовать в таком варианте. Это большая такая стирка у тебя будет сейчас, обалдеть. Сима спит. Не Бай, а Сима спит. Вот ты стираешь, да. У нас здесь все, видите. Все, все заняты. Все всем заняты. Отлично. Поставила сейчас немножко картошка пропариться, грибы, потому что они были, они же в принципе шампиньоны, их можно и сырыми кушать, но они были заморожены, сейчас пускай они немножко разморозятся, картошка готова, и я так думаю, да, они еще заморожены. И вот мы, в принципе, одновременно, видите, я сделала, по большому счету, приготовила и икру баклажановую. То есть, в принципе, все равно, когда картошка ты жаришь, я люблю сразу, многим не нравится, но я могу так, и мне это устраивает, сразу несколько готовить, сразу несколько блюд. Получается, я экономлю время, потому что я сразу ставлю и готовлю, ну, несколько, но все равно ты готовишь одно и тут же нарезаешь параллельно второй, пока ты крутишься на кухне. Вот тут теперь у меня готово, у меня есть икра баклажановая, ее можно кушать и горячей, и теплой, и холодной, все варианты классика, как вы хочешь, она пока сейчас будет тушиться. Картошка тоже у нас уже сейчас практически готова, мы садимся обедать, и в духовке у нас, мы забыли про курочку. Все, наш обед готов. Вот такая картошка у нас с укропом. Я бросила укроп там, как бы этот. А здесь готово, в принципе, сейчас еще пару минут. Я и чеснок, и тоже зелень. Все, икра тоже готова, горячая. Единственное, что у меня почему-то так она не приготовилась, еще курица. Но это я пробую новый противень, и получается, не знаю, может быть, как бы маленький огонь или что. Овощи вообще не готовы, поэтому мы оставим это, пускай тушится там внизу. Мы будем сейчас пока кушать то, что есть. Всем огромное спасибо, мы пошли дальше. Яра, пока мы будем кушать, покажу, что Яра чем занимался в этот промежуток, пока я здесь доканчивала готовку. Но он уже ругается, уже хочет есть.
У нас такой минутный релакс. Мы покушали, пока Андрей спит. Яра тут сидит. Я ему посадила игрушек, дала. Сима, Сима. Сейчас мы идем на улицу. Я немножко подкрашусь и чистила за компьютер. Проверить там свет, чтобы оптимизм. Ну, сначала я фильм делаю. Он оптимизируется, а потом уже выводится. Я просто все сбрасывала, чтобы они работали пока файлы. Сима. Есть отражение. Сима побежал, побежал. Ого-го. Что? Все, он Андрей ушел. Мы сейчас тоже одеваемся. Он, наверное, начал работать. Сейчас мы идем. Немножко полежи, хоть отдохни. Заставил его хоть полежать, а то как с шариками дует, сидит. А. Сейчас мы пойдем, Яр, с тобой сейчас идем. Тоже уже вещи я приготовила практически. С мальчиками, с большими мальчиками, с маленькими мальчиками. Сейчас выйдем. Думаю, все равно надо как-то хотя бы в какой-то момент времени, чтобы он тоже передохнул. Ну, вот эти уже, конечно, вот эти мальчишки, они постарше, они уже, и мне, у них интересы совсем взрослые какие-то. Как-то так уже не очень. Вот 8 еще, 9 лет играют, конечно, есть. А эти мне тоже по 10, по 11 уже ни в как. Вот как их одеть? Я не понимаю. Вот взрослые вообще в куртках. А дети все в куртках. Я сейчас знаю, сейчас Яська выйдет в куртке, и он будет мокрый, 20 градусов. Но все дети одеты, все в толстовках. В общем, не знаю, сейчас попробуем, конечно, выйти. Ну, чуть не врезались. Яра, идем тихо. Мы идем в магазин опять. Пошли. С Олегом, иди. Ужас, опять я ввязалась в авантюру. Стой, у тебя шнурок развязался. Стой, стой. Я заворачиваю. Сегодня я маму. Пошлите. Что купить? Зачем тебе? Просто мне газировка не нравится. Ужас. Аккуратно, Яр. Поворачивай. Мы пришли к мороженому. Тише, Яр. Яр, эмоции, конечно, Яр, идем. Яр вообще потеет. Вот как вот без шапки его. Вот он сейчас весь, голова уже. Не хочешь, не хочешь, автоматом. Идем, Яр, пошли. Набрали мороженое. Давай. Что значит верный друг? Идем, идем. Так идет Олег, он впереди тебя идет. Идем. Яр, пошли. Ну, надо дойти до двора. А мать во дворе-то будет. А мать еще и тащит меня. Вот видите, веселуха. Пошли. Яр, идем, сейчас надо домой зайти. Яр, пошли быстрее, надо домой зайти и снять. Не нет, а да, надо снять все это с себя. Но мы думали, там, я говорю, ты мне подугадаешь, как одеть. Например, мне свежо. Яр, идем, надо дойти туда, до двора. Ты сейчас не будешь здесь амать. Для меня, например, очень даже свежо. Не скажу, чтобы жарко. Но Яра видно то, что он бежит. Да вроде уже и раздет, не скажешь, чтобы у него эта тонкая кофта просто с капюшоном. Все равно мокрая. Катайся. Все 33 удовольствия. Давай. Катись. Держись. Яр, у тебя такие грязные, да, лучше, как я. Не знаю. Да, как-то получается. Аккуратно, Яр. А, куда такой массаж? Яр, я что-то придумал. Как танк ходит. Ногу разворачивай. Яр, туда не несись везде. Это уже темнота. Уже давайте домой, я уже домой. Уже сил нет. Сил уже разошлись. Мы только как эти бродяги по двору ходим. Ну и Олег сейчас тоже пойдет. Вон Олег идет, уже тебя услышал. Ура! Тихо, не кричи, идет он. Не кричите. Что ты хочешь?
А вот почему вы днем не выходите, например? Не знаю, что-то как-то. Давайте, выползайте отсюда, выгребай. О, фонарик. Яр, давай, выгребай. Яр, все, выгребайте. Яр, по прямой выходи, пожалуйста, уже. Здесь тренажер этот, тренажер. Яр, аккуратно, головой здесь можно, вон. Яра. Яр. Яра, сюда выходи, здесь там опасно везде. Пожалуйста, давай. Олег уже выскочил. Выходи. Яр, давай. Жизнь все лучше и лучше, но маме все сложнее и сложнее. Давай. Яр, ну пошли уже. Ну, прибрать будем еще по ночам. Наши вещи вроде не висят. Яр, Олег уже вон вышел, давай. Включила я вам фонарик. Что там? Сломался? Сейчас поможешь? А вы не сможете? Сейчас попробую, да. Аккуратно, Яр, стой, пожалуйста, ходунки держи. Пошли. Аккуратно. Светим. Наверное. Мама! Яр! Яр, ну не делай так. Яр, держись. Яр, ну сколько я слова раз я тебе, Яр, сказала? Мама, дверь открой. Ну подожди, домофон сначала надо взять. Ты без ключей, что ли? Ну все. Все, тише. Ну все, пока. Давай, пока, заходи. Угу, пошли, Яр. Тише. Яр, давай, 10 часов. Там еще кошки. Все, идем, 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 идем. Пошли. Сима сегодня опять у нас выскочила. Бабуля вышла, стала разговаривать в подъезде открытой дверью. Ну, а она, Паша, девушка у нас долго себя ждать не заставляет. Не знаю, пока она у нас, конечно, не выскочит, если... бедой не закончится, наверное, у нас так и будет. Ладно. Мы заходим сейчас. Давай, поднимайся. Что? Давай. Проходи. Поднимайся. Все, Яра уже перевозбуждение начинается. Хотя, видите, заходится. Ой, колено мое. А, все, быстро стреляет. Я не знаю, что это, воспаление или что. Она меня стреляет, когда не так наступаю. Яра, аккуратно, заводи. Ну, кстати, сейчас больше в таком контенте, видите. Я сейчас пришел, вот уже сколько времени. Я пошла пока полы помыла. Он сидит. Потом пытается включить телевизор, не получается, но я вымыла. Потому что мы полы. Надеюсь, как-то все время пыль набирается. Вот когда мне заняться этим? Я с утра как-то все занята, думаю, пускай обедать. Мы придем вечером и все сделаем. А вечером не до этого. А здесь кто-то. Кошка, ты куда сбежала? Ты там была, что ли? Внутри в ванной купалась? Симоша. Ты в самой ванной купалась? Извини, иди купайся, иди мойся. Ну вот там мыться. Мойся, мойся. Сейчас вот это все сняли, будем сушить. Потому что видите, как оно неаккуратно вот это ставилась штучка. И получилось, что вот там вся, которая была резинка, она вся подклеилась, начала чернеть. В общем, то, что Андрей все делал, ремонт, все к черту. Теперь сейчас надо будет заново. А Сима туда вниз спускается. Я сейчас пока полы помыла, немножко там тоже сейчас надо помыть. И смотрите. Она вниз спускается и там моется. Деловая кошка.
Спускайся. Ну, это самое главное, чтобы никто рядом не было. А то так сама купается, а при мне боится, что вдруг я ее заставлю купаться. Вот как этот чудик опять включает. Ага, и улегся. Включил луномосика и улегся. А что теперь? Сиди уже, садись. What if I never let you down? Let it unfold without a sound? Would we?